Три белых коня от оркестра Дедов Морозов. В сквере ОВОС открылась елка Калининского района Чебоксар. Знакомые новогодние мелодии веселятся ребятня и взрослые. В Калининском районе официально открывают елку. Место для массовых гуляний выбрали свежеблагоустроенное. Сквер ОВОС в 2017 году преобразили благодаря федеральной программе формирования современной городской среды. На празднике гостей развлекают сказочные мультяшные герои, согревающие танцы, новогодние забавы и конкурсы. Веселье продолжалось в течение нескольких часов. На этом новогодние мероприятия в сквере не заканчиваются. 27 и 29 декабря здесь организуют дискотеки с участием артистов местной эстрады. И в новогоднюю ночь тоже предусмотрена культурная программа с песнями и танцами.